Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. И сегодня у нас распаковка еще одной посылки от компании Faberlic. Это будет очень большой заказ. Ну, давайте приступим. Первое, что заказали, это био-пятновыводитель. От Nichai Family Club заказали два чая. Лесной орех с экстрактом каштана и апельсин и специи с аиром. Могу сказать то, что чай действительно очень вкусный. Далее заказали маску для волос, питание и укрепление, репейник и крапива. Ароматизатор для белья, лавандовые поля. Отбеливатель кислородный Extra White. Новинку заказали также 14-го каталога, или даже это был 13-й каталог. Это зефир, парфюмерная вода. От Nichai Family Club также заказали австралийскую соль для ароматного стейка. Также дальше у нас заказали парфюмированную воду сорбет. Что же еще у нас заказали? Заказали у нас зубную пасту, укрепление и защита десен. Я не очень довольна в этот раз этой пастой. Посмотрите, какая пришла упаковка. То есть, ну вот, как мне теперь вот это давать клиентке? Объясните мне. Я не знаю. Надо писать службу Faberlic, потому что это не дело. А размягчающий крем компресс для ног. Карандаш стик для ног. И новиночка каталога. Это бальзам для губ «Малиновые мишки». Очень интересно. Это у нас сейчас карандаш для бровей. Такая вот красивая вещица пришла. Далее, значит, заказаны протеиновые батончики, как и всегда. Заказан, первая клиентка заказала 5 протеиновых батончиков с апельсином и 5 с манго. А вторая клиентка заказала 10 батончиков разного вида. Вы понимаете, что я их доставать не буду. Я их просто покажу и беру в сторону. Дальше заказали кофе в зернах «Лесной орех». Могу сказать то, что кофе действительно вкусный, но стоимость его очень дорогая. Но приятно попить. Далее заказан пятновыводитель кислородный, универсальный. Большой очень заказ. Я надеюсь, что у меня все влезет. Акваспрей, освежитель воздуха, солнечный ананас. Ой, действительно пахнет солнечным ананасом, потому что очень-очень вкусно. Спрей для очищения стекол и зеркал. Вот этого я еще никогда не брала, поэтому не могу ничего сказать. Ну, заказ есть, заказали. Как и в каждом каталоге и в каждом заказе, заказывают ополаскиватель для полости рта, лечебные травы и экстра свежесть. Берем немножко, потому что места много, все это занимает. И что же еще заказали? Заказали крем антиперспирант для ног, уже брали, действительно помогает, освежает и не так потеют ноги. И заказали восстанавливающий активный спрей для лица или для тела, там как-то было просто спрей написано. И заказали также два мыла. Мыло очень вкусно пахнет, клиенты любят его брать. Вот такой вот получился заказик. Спасибо за просмотр, всем пока.